сказать. Если бы это было, конечно, на площадке, вы бы видели всю большую красоту. Итак, 11.00 мы даем старт началу. Наши повара готовы и могут приступать. А я сейчас сначала представлю вам жюри и буду представлять поваров. По очереди вы сможете пометить, кто есть кто и кто что готовит. Но для начала я руководитель оргкомитета фестиваля, председатель жюри Железнова Маргарита Николаевна. Я уже делаю этот фестиваль в этом году, 9-й год. Я с этим фестивалем, я с ним уже живу. Рядом со мной, разрешите представить, Рыбачев Валентин Георгиевич. Это куратор площадки «Национальная кухня», куратор гастрономического бренда, куратор конкурса «Российская каша». Бренд-шеф, шеф-повар, председатель правления Международной ассоциации профессиональных кулинаров, член Национальной гильдии шеф-поваров, член Московской ассоциации кулинаров, член Ассоциации кулинаров Крыма и Севастополя, член Союза профессионалов кулинарии сервиса Узбекистана. Прошу любить и жаловать. Он будет 4 августа в Доме правительства на пресс-конференции. Он будет все рассказывать о бренде и обо всех остальных нюансах и тонкостях площадки. А сейчас я вам хочу представить членов жюри. Разрешите? Чуть-чуть мы вернемся. Все повара уже готовят. Время ваше. Ребята, можно начинать. Да. Час на приготовление. Значит, сейчас одного...